Здравствуйте. Здравствуйте. А я думал, когда же я вас увижу, мистер Поттер? Кажется, только вчера здесь были ваши папа с мамой и покупали свои первые волшебные палочки. А. Ну вот. Взмахните палочкой. Это не подходит. Может, это? Нет, нет, определенно нет. Не подходит. Любопытно. Очень любопытно. Простите. Что любопытно? Я помню все проданные волшебные палочки. Так случилось, что Феникс, чье перо послужило материалом для вашей палочки, дал еще одно перо. Только совсем другое. Любопытно, что вы предназначены для этой палочки. Хотя ее брат оставил вам этот шрам. А у кого была эта палочка? Мы не называем его имени. Палочка сама выбирает мага, мистер Поттер. И не всегда понятно, почему. Но я точно знаю, что мы можем ожидать от вас великих дел. В конце концов, тот, чье имя нельзя называть, совершал великие дела. Ужасные. Да, но великие.